Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Напомню, что мы семейная пара, которая строим дом и нашу жизнь. И сегодня у нас волнительный момент. Мы будем подавать давление воздуха в систему теплого пола в нашей душевой. Ребята, для того, чтобы подать воздух в систему теплого пола, нам необходимо опрессовать концы трубы. Вот посмотрите, мы сейчас покажем. Есть два конца. Смотрим, да? Первый. К сожалению, у нас не было пресс-шайб для данной системы. И нам пришлось придумать все на коленке. Здесь простой болт, обжат шайбой. И во второй быстросъемный разъем для подачи воздуха. А если, ну, как бы это есть, это, да, это где продается? В магазинах, в обычных? Что нужно купить? Ну, быстросъемный разъем, да, можно купить. А и болт обычный. Здесь у нас труба на 16, и, соответственно, на 16 болты. На 16 болты, ну, отлично. Так, и дальше что? То есть, а вот для чего это надо, вот эта вот труба большая, ну, вместе с этими штучками? Ну, сюда будем подавать воздух, а здесь, чтобы не вышел воздух. А, ну давай попробуем. Волнительный момент, конечно. Так, что мы для этого делаем? Ну, у нас есть вот такой вот аппарат, компрессор. Сейчас подключаем и подадим. Вот здесь вот. Сейчас будем подавать давление до 3 атмосфер. Сейчас, минуточку, я покажу, где мы подключаем еще раз. Вот мы там соединили. Давление пошло. Так, смотрим, смотрим. Давление у нас пошло до 3 атмосфер. Делаем давление. Что-то зашипело. Ну, вот мы подали 3 атмосферы. Можно я покажу, где у нас это вот показано, что это 3. А вот вижу, все отлично. Это на вот этом вот, так, правильно, аппарате у нас 3 атмосферы. И пойдемте посмотрим, да, можно уже идти в душевую, я надеюсь, к нашим вот сюда. Так, а где у нас шипит воздух? А где-то шипит. Воздух. Но мне кажется, это не в душевой шипит, а я где-то его слышу. Нет, вот здесь. Плохо опрессовали здесь, и у нас воздух выходит. А, здесь. Вот здесь вот, точно. Думаю, где же шипит? Что делать? Может, выключить или нельзя теперь выключать? Воздух не идет, у нас выходит воздух здесь. То есть, они, получается, давление не идет. Выключим. Выключаем. Поэтому, наверное, лучше покупать все-таки в магазинах уже готовые. Но мы просто не заехали сегодня. Потому что надо внимательно тут хорошо, наверное, закручивать. Да? Сейчас не будет бах? Нет, слава богу. Включай сейчас. Придумать. Пластиковая заглушка. Итак, мы ставим пластиковую заглушку новенькую. Вот, ее опять закручиваем. Попытка номер 2 у нас сейчас будет. Удастся ли, не сорвет ли эту заглушку? Ну, может быть, еще раз посильнее закрутить. Сейчас попробуем запустить воздух и посмотрим. Ну да, попыточка номер 2. Так, у нас есть давление, есть давление, ничего хватает. Ну что, делаем заново. Безопасность тоже превыше всего. А у нас там, ну, почти 3, еще нету 3. Посмотри, ну, потому что я... 3. Да. Да, 3 атмосферы есть. Все. Теперь у нас ничего не шипит. Так, слушаем, тишина. Все нормально. Посмотрим, что у нас с трубой. Можно туда пройти? Да, конечно. Я сейчас хожу тут по сетке.
слушаем. Давайте тишину устроим минутку. Все отлично вообще. Слава Богу. Потому что мы очень переживали. Это был волнительный момент. Я перед этим, перед началом видео не говорила об этом. Но меня напугал Геннадий Алексеевич, мой прораб. Он сказал, что может быть большой взрыв, бух, и что все может вообще накрыться. То, что мы делали, да? Нет, просто боялись, что сорвет трубу с пластиковых зажимов. Угу. С хомутов. И это было бы чревато чем? Ну, пришлось бы все заново переделать. Ага, ну все, слава богу, да, потому что вроде бы мы тут все хорошенечко накрутили. Ну отлично, ура! Дальше продолжение все следует. Все, потом будем, сейчас мы спускаем воздух снова. Так, спускаем. И потом что мы дальше будем в следующем видео делать? Будем заливать пол, стяжку, делать стяжку пола. Будем делать стяжку пола. Ну, на сегодня все, ребята, всем пока. Я думаю, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, кто нас поддерживает. Очень приятно читать комментарии. Спасибо, спасибо вам огромное всем. Ну, ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие. Пока!